Добрый день, дорогие друзья! Тема видеоблога «Экономика Беларуси требует обдуманных действий». С таким тезисом выступил Александр Лукашенко, и нельзя с ним не согласиться. Действительно, экономика работает лучше, когда в экономике больше мозгов, когда на самом деле мозги сосредоточены в структурах власти, они рассредоточены по разного рода аналитическим структурам, университетам, тем более, если они выезжают из-за рубеж. Поэтому что такое обдуманное действие в отношении экономики? В последнее время действительно участились очень разумное предложение по поводу того, как надо делать экономические реформы в стране. Вот выходит премьер Мясникович и говорит: я хочу, чтобы Беларусь двигалась за Азией, а не за Европой. Да, действительно, евроремонт устарел, Европа сама нуждается в ремонте. Азиатская модель показала, что она более конкурентоспособна. Под азиатской моделью я имею в виду Сингапур, Тайвань, Гонконг, даже Китай, Южную Корею, где размер государства варьирует от 18 до 23% ВВП. Это корень, это суть азиатской модели. Государство забирает очень мало для того, чтобы экономика работала. И во-вторых, все эти азиатские чудо-тигры, они работают исключительно на частной собственности, которая и составляет львиную долю прироста экспорта, прироста конкурентоспособного потенциала. Поэтому двигаться в этом направлении нужно. Нужно же тогда корректировать документы стратегические, которые принимает власть. И вот недавно Палата представителей с подачи Совмина утвердила скорректированный план социально-экономического развития, в котором нет ни капельки от той азиатской модели, на которую ссылается Михаил Мясникович. Или, например, Александр Лукашенко, повторяя наши слова, говорит о том, что Министерство финансов должно стать, Андрей Харковец, министр финансов, должен стать господином «нет». Он должен говорить «нет» на всем тех лоббистам, которые требуют деньги из бюджета. Правильная вещь, но где же тогда ревизия закона о бюджете, в котором данное положение должны быть отражены? Либо тогда власти говорят, надо эффективно использовать государственное имущество, которое опять-таки пылится и используется неэффективно. Где же тогда план вовлечения данного имущества, в первую очередь земли, в коммерческий оборот? От того, что мы говорим правильные вещи не делаются. И это совершенно очевидно. Хорошо, что власти созрели до понимания необходимости реформ. Хорошо, что рыночная риторика усилилась. Но между, как вы знаете, перестройка, она сначала выступала в виде гласности, в виде того, что пошла дискуссия, и потом для того, чтобы эту дискуссию не превратить в хаос, не допустить вот такого рода сценариев, которые реализовывались на постсоветском пространстве, нужен конкретный план, стратегия действий, стратегия построения рынка. Стратегии пока нету, но если будет спрос, конечно же появится предложение, это предложение мы готовы сделать.